Российский президент Владимир Путин не сможет встретиться с британским певцом Элтоном Джоном во время визита звезды в Россию 30 мая. Об этом официально сообщили в Кремле. В ноябре прошлого года Элтон Джон заявил о желании увидеться с Путиным, чтобы обсудить с ним права ЛГБТ-сообщества в России после принятия закона о пропаганде нетрадиционной сексуальной ориентации. Знаменитый музыкант назвал тогда отношение российского лидера к геям предвзятым и отметил, что надеется переубедить Путина при личной встрече. За этим заявлением последовал телефонный звонок певца. Элтона Джона разыграли известные российские пранкеры Вован и Лексус. Поп-звезду заставили поверить, что ему звонит лично Путин и приглашает приехать в Москву. После скандального розыгрыша британскому певцу действительно позвонил Владимир Путин и выразил готовность встретиться с ним при первой возможности. Все ожидали, что беседа сэра Элтона с президентом Путиным состоится именно сейчас. Но, как объяснили в Кремле, график главы государства никак не пересекается с концертным графиком Элтона Джона. Значит, в следующий раз.